just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Всем привет, с вами Филипп, и мы играем Deadlight. Игрушка, не знаю, нормальную, вот только начал делать игру. Это пока первый взгляд на игру. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Нажмите E, чтобы взаимодействовать с объектами. На теле полно укусов и синяков. Предметов коллекционирования можно получить доступ к воспоминанию Рэндалла. А, нас зовут Рэндалл, значит. Так, нажмите пробел для прыжка. Во время прыжка вы уходите за выступ. Дважды нажмите E, чтобы выломать дверь с изображением. О, мы сломали. О, зомбак встает, и он перекрывает ему путь. Ну, давай, достань меня. Ладно, пошлите дальше. Посмотрим, что тут еще у нас есть. Это что у нас? Дерево прогнило, и доски ослаблены. Что, мне кажется? Нет, не кажется, там кто-то ломится. Очень сильно. Ёб твою мать. Что это было? Ебать! Залезай, залезай! Не достанешь. Убежище Сиэтла. Наверное, последняя цитадель побережья Тихого океана. Ибо живой должен пытаться достичь ее. Что у нас за радио? Ну и что она сделает? Ничего? А, пошлите дальше смотреть. Так, тут я надо, да? Так, тут нужен прыжок. О, давайте, а shift работает тут? Да, shift работает для бега, ладно, давайте. Так, так. Ура. Нажмите E для захвата тяжелых объектов. Двигайтесь, чтобы толкать ее или тянуть. О, зомбаки как хорошо стоят. Стойте там, стойте. Нате. Ты что, так мало, что ли? Нажмите S, чтобы повиснуть на выступе.
Затем нажмите еще раз S, чтобы спуститься с выступа. А я тут лестницу заметил. Зачем спускаться? А вот тут. Ну, давайте пододвинем. Тут лошары, надо им было прыгать. Чё, что такое за боки? Ауч. Нажмите Ctrl, чтобы присесть. Во всех играх почти это Ctrl, либо S. У нас приседать. Используйте окружение против врагов. Нажмите зеленую кнопку. Выпал на меня. И выпустите разряд на теней. Ну, нажмем. На. Красиво. Пойдемте дальше. Чё тут на два раза не это делать? Мы зашли в новую локацию. Видно немножко город, но только два здания по виду еще. Вот, на меня идут. На меня идут. Пшли вон. Залезай. Да, нифиг до меня доберутся, наверное, только. Они лазить не умеют. Блять. Твою ж мать. Я думал, сейчас через забор вот так перелезет, и я должен прыгнуть. Чё там, забора, что ли, надо? Ладно, давайте тут быстро тогда сделаем. Ни на что не обращаем. Вот видите забор? А, тут нет забора, блядь. Прыгай! Лезь, лезь. Дальше. Залезай. Она не сломается? Ёпта, она сейчас сломается. Да, лучше бы я там не был. Так, надо спуститься. Игра нормальная, графика так, да. Нормальная. Тут что-то очень ярко тут. Нажмите Shift, чтобы во время бега для ускорения. Нажмите пробел, чтобы выполнить прыжок на длинное расстояние. Мы это уже с вами делали, давайте. Да, тут прям все так рушится, рушится. Бен и остальным это удалось. Они заслуживают лучшего мира, чем этот. А, вон я их вижу, он их гонит. Вон вдалеке. Без меня! Наглёшь, без меня уехал. Нажмите F, чтобы дразнить на врагов. Еще он у меня будет внизу в описании, где можно скачать эту игру. Где я ее сам скачал. И где он. Можете скачать, поиграть, кто захочет. Я выключу. Кто хочет, пишите в комментариях, что вам не нравится, что нравится. Нажми. Разбегитесь нажатием Shift перед вехой двери вот эту вот фигню. Ладно, давайте попробуем. На. Служебный туннель. Это А или И. И 5. 4 июля 1986. 16 там было или сколько. А, давайте прыгаем. Вот что-то, ну. Написано в конце этого туннеля автострада. Это напрямик убежище. Шеннон и Лидия могут уже быть там. Нажмите Shift, когда вы на лестнице. Скользим просто. Вы видели, кто-то пробежал? Кто не видит, не видел, перемотайте вот внизу. Кто-то пробежал, чья-то голова была. Эта игра говорит, что это хоррор игра. И она еще есть на Xbox, хоть кто хочет купит. Мертвые люди трупы. Они меня больше не впечатляют. Красивое лицо, пацан. Красивое. Рэндалл не умеет плавать, избегайте глубокий ход. Чувак, да ты, блин. Смотри, какой ты ассасин, блин. Как лазишь, а плавать. Да, подождем, ладно, тут пойдем. Вот оно. И он еще медленно идет. Давай быстрее иди. Как старик. А ты и смахишь на старика, блин, борода. А бегает, блин, как быстрее. Внизу зомбаки, они живые?
Вижу, покачивают головой, либо это от воды, либо они точно же. Ладно, давайте пойдем. Пускайся. Да они не двигаются. А, не двигаются. Беги. Ёбки. Давай, это никто не догонит. Собаки, стойте, стойте. Я невкусный. Старик невкусный. Вот. Дай перелезть теперь. Игра легкая, никаких затруднений нет в этой игре. Все тут так красочно, красиво. Уйдет. Не-не-не-не-не, падай. Ну чё, ну? Это аптечка, он видно больше. Аптечка, я нахожу их время от времени. К счастью, я в порядке, и мне не нужно. Понятно, не нужно так, мы пошли. Меня опять заметили, как всегда. Автомагистраль 5, 4 июля 1986, 15.00. Нажмем тап. Добро пожаловать в Сиэтл. Вот что осталось от нашего мира. Умирающий оазис. Ни воды, ни жизни, война между людьми, тенями опустошения, города. Полные брошенные машины, на которых пытались бежать из города. Дорогу до убежища можно найти на другой стороне дороги. Пошли на нем. Судя по карте, я должен пристечь. Это шоссе, чтобы приблизиться. Чему тут? Ты что не прыгнул? Я же пробил два раза назад. Судя по карте, я должен пересечь это шоссе, чтобы приблизиться к убежищу. Прыгай! Игра, можно как напоминать, The Walking Dead. Есть еще Serial Instinct. Есть просто The Walking Dead, там 5 эпизодов. С каким-то нигером играешь. Ну, может, кто-то играл уже, может, не играл. Это он. Это что осталось над нашим миром. Эти остатки после войны между людьми и тенями. Снимок того, во что они превратились. Кровавый ад на земле. Кто такие тени? Это зомби, что ли? И опять меня заметили. Идите в жопу, все равно не залезете. Что это такое? Я что сейчас моргало? А, у меня слева вон энергия. Когда я бегаю. Понятно. Нажмите А или Д для изменения положения на лестнице. Опять куда-то мы зашли. Опять канализация. На, чувак, ты какой большой. Прям перед тобой проломилась палка. А, пошлите. Ёлки! Говно! Говно пошло от меня. Fuck you. Как же я обосрался. Свалка села. 4 июля 1986. 16.45. Окраина. Я пытался выжить в схватке с тенями. Мне повезло, что я выжил. Но глубоко в себе я ощущал страх. Где мои девочки? Моя жена Шеннон, моя дочка Лидия. Увижу ли я их снова? Я должен найти моих друзей и девочек. Должен. Должен и все, да? Должен и все. Что за там? Давайте возьмем топорик. Почему? Я нашел пожарный топор. Ух ты, видишь, прям башка так отлетела. Нажмите левую кнопку мыши, это ЛКМ, чтобы взмахнуть топором, толкнуть врагов рядом или сбить замки и доски. Замки. А вот и первый замок. Не зря же я топор нашел. Тут даже вон стрелка показывает, куда ты можешь запрыгнуть там. Держите левую кнопку мыши, чтобы добить ваших врагов. Лишнего времени нет. Да, да. Ну тебе жопу пошел. Жопу пошел, жопу пошел. Вот опять энергия кончается. Давай слезай. Чё ж ты моргаешь так? Синизация не сработает на машине. Пошел. Ну ладно, еще и лестницу. Нацию.
Чувак, я не знал, что упадет. Я думал, я что-то открою. Извиняй. Справа, снизу, откуда зомби появился? Ниоткуда. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы разрушить доски. Нажал. Щеть, этот раз... Щеть, хорошо. Чё с тобой, чувак? Лидия, нет, я, наверное, устал. Мой разум заблуждается. Чё ты кончишь? Укурился, блин, еще и бегает. Вот видишь, все в этом боку. Пошли вниз. Там хоть безопаснее, может. Тут ничего нет. Нет, кроме как написано и полу. На полу написано. Щеть! Падает босс, беги, беги! Кто-то написал на пол, может, вы забыли? Там падайте, крыса. Нажмите А или Д, чтобы поменять положение на лестнице. Оп, оп. Чему шеф думал, не может быстрее залазить? Спускаться может. Блин, у меня две ячейки жизни. То, что на какого-то зомбака нарвался. Тут у нас перепрыгнет. Блять, на той машине синизация. Улюбас она сейчас работает. А давайте подальше отойдем. Беги, 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 беги. А я вам говорил. Беги, беги! Ёлки, все пошли на меня. Твою мать, их слишком много. Ты хуй! Чё ты, блин, волосатый хуй падаешь? Споткнулся, блин. Сюда они, может, не пойдут. Если пойдут, то просто подскользнулся, ёбнулся. Твали, ёбаная мать! Твою мать! Да ёлки, я же зажимаю. Зажимаю. Вот. На, просто так отрезали много. Можно я еще что-то отрезать? Нет, у вас кончается выносливость. Не-не-не-не-не, не падай. Ну да, вон они, спускаются. Черт, вот тупые тени. Да, значит, это и так и зовут. У нас тут внизу. А зачем нам это надо двигать? О, внизу потайный ход. Беспалевный потайник, ух, как я эти все. Чувак, ты не оживешь, не грязнешь у них. Давай посмотрим. Максимальная выносливость увеличена. О, видели? Тут еще и можно увеличивать. Круто. А жизнь можно? А то, блин, три жизни, это тупо. Ах ты ж, блядь, так не залезет. Вот так я легко ранул. Может мне этот прыжок понадобится. Хватит. Допрыгнешь. Я что-то слышу. Why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! It's a ton! Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday, you asshole. Грузил полностью, Фокс. Чувак, ты даже мазила? Ёптвою. Куда? Меня! Меня возьми! Один угнал. Ладно, давайте вот тут мы закончим. Что они имели в виду? Следить за выжившими. Приказа от кого-то.
Ладно, давайте вот тут вот закончим. Да не тут. Там зомбаки. Вот тут вот прям. Сюда вот вернемся вот тут. Ух ты ж. А там что? О, чувак, ты что тут делаешь? Максимально запас здоровья увеличим. Во! Тут я понимаю. Смотрите, как еще можно круто сделать. Да блять, твою ж мать. Давай, shift, control. Я все-таки это сделаю. Вот так. Вот тут мы закончим. Это был первый обзор игры. Это был первый взгляд. С вами был Филипп. Подписывайтесь, пишите в комментариях и качайте игру и поиграйте. Прикольно. График прям отличный. Деревце хватит качаться. Не страшно. Ну ладно. Все. Всем пока-пока.